Его стихи по-прежнему живее всех живых. В ноябре исполняется 55 лет со дня первого концерта Владимира Высоцкого в Куйбышеве. В Самаре в честь барда названа не только улица, но и с недавнего времени обновленный дворец спорта. 26 ноября в его стенах пройдет ледовое шоу «Вертикаль времени Высоцкого». Это уникальный масштабный проект, аналогов которому в России еще не было. Для жителей города будет очень хороший сюрприз, потому что один из участников концерта, Александр Эвскляр, исполнит песню, которая практически никогда, наверное, не исполнялась в больших концертах, крайне редко, не буду сейчас говорить, что это за песня, но она посвящена Куйбышеву. В ледовом шоу примут участие именитые фигуристы, а также народные артисты театра и кино Дмитрий Харасьян, Нона Гришаева, Дмитрий Дюжев, Александр Домогаров, Никита Высоцкий. Они прочитают стихи и исполнят песни культового барда. Организаторы надеются увидеть на концерте и молодых ребят, ведь жизненные ценности, которые звучат в песнях музыканта и по-настоящему народного артиста, и по сей день актуальны. Нам очень важно, чтобы вот к этому творчеству прикоснулись и получили удовольствие, наверное, не только мы, да, которые все это впитали, для которых это все очень дорого, но и вот нынешнее подрастающее поколение. Когда я буду говорить о том, что это огромная ответственность, считаю, уникальная задумка, и действительно, конечно, наша Россия, она талантлива. В этот вечер воспоминания о Высоцком перемешаны с его фотографиями, фрагментами из биографии. Он будто рядом и заряжает всех своей неисчерпаемой энергией. Я приглашаю вас всех порадоваться за тот день, когда Володе Высоцкому повезло выступать в Самаре на стадионе. Встретимся! Ледовый концерт, который пройдет 26 ноября, откроет череду событий, посвященных юбилею Владимира Высоцкого, который состоится в 2023 году. Михаил Ермоленко, Ксения Баканова, Василий Колдашов. События.